Святей, единосущней, животворящей, нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью свет поправ, Иисус, живо продержи, Я Господине нашим, Высокопреосвященнейшим,
митрополитцы Илларионе, первые арсы русские зарубежные церкви, крестьянин пресвитерцы во Христе диаконстве, по всем прещей Иудя, Господу помолимся. Господи, по стране сей властях и воинстве, я и всех веры и благочестием живущей в ней, Господу помолимся. Господи, храни меня в стране нашей российской православных людихия, Отечестве растения, слушайте о спасении, Господу помолимся. Прежде избавите люди свои от враг видимых и невидимых, нас же утвердите единомыслие, братолюбие и благочестие, Господу помолимся. В граде всем, всяком граде стране, верю живущей в них, Господу помолимся. Благорастворение воздухового изобилия плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Плавающих, путешествующих, любящих, стражащих, плененных и о спасении, Господу помолимся. Вы избавитесь нам от всякие скорби и гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Христа Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воскресенье, Отец, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, о смерти Божией. Христос Бог нас приведе, победою поющая. Христос воскресе из мертвых, очистим чувствия. И узрим не Христом святого воскресения, Христа предстающегося, и радуйтесь репуща, ясно там услышим. Христос воскресе из мертвых, небеса уподостойно довестеряться, земля же дорадуется над празднующими миру, видимый же весь и невидимый, Христос Богоса, веселье вечное, слава Отцу и Сыну и Святому. Из гроба воссиявшего днес, девица непорочная и мир просветившего, и ныне пресный во веки веков, воскресшего видевши Сына Твоего и Бога, радуйся со апостолой Бога, благодатная чистая, и еже радуйся первые, яко всех радости вина восприяла Иси Бога Матерь непорочная. Воскресенье день, просветимся люди, Пасха Господня Пасха, во свете Божий. Христос Бог нас приведе, победою поющая. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, Иисущего в гробе живот дорога. Христос воскресе.
воскресе, святым смерти, смерть поправи, сущего гробе животного. Христос воскресе, смерти смерти, смерть поправ, Иисущего гробе живот дарова. Придите, пиво, пиво новое, и от колени неплодно, чудо делимое, но не тряни источник, из гроба дождища Христа, в нем же утверждаемся. Христос воскресе из мертвых, ныне вся исполнившаяся от света, небо же и земля, и преисподняя, да празднует у Бога тварь восстание Христово, в нем же утверждается. Христос воскресе из мертвых, вчера спогребовался тебе, Христе, самостоит весь, воскрешу тебе, сраспинался тебе вчера, сам я спасла и спаси, вот царствие Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на нетленную жизнь прыгнет каждую дрез, благостью ручегося из тебе чистая, и всем концем светом не ставшего, и ныне и пресны во веки веками, Бога Его же родила и сепло, восставший, видевший чистое легко, и сего яко Бога пречистое возвеличай. Придите, пиво, пиво новое, не от камени не плотно, чудо деление мое, но не смене источник, из гроба дождишься Христа, в нем же утверждает. Иисущего гробе живот дарова. Христос воскресе, смерть и смерть, смерть поправ, Иисущего гробе живот дарова. Христос воскресе, смерть и смерть, смерть поправ, Иисущего гробе живот дарова. Отмир Боги, миром Господу помолимся. Наша Богородица и Преснодева Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Я говорю, если Бог наш, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Я вице Христос, я как человек же, как не смотреть.
отречешься. Христос воскрес из мертвых, яко единородный Агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан бы, спас очистительная, и паки из гроба красное, правденного сия солнце. Христос воскрес из мертвых, Бога Отец уподоби, пресвятым ковчегом скакавши играя, люди же Божии святи, образов бытие зряще, веселиться божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, создавая Адама Твоего праца чистая, зрительщица о Тебе, и смертное жилище разрешь Своей смертью вниз, и озарился божественными крестами воскресения, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Его же родила Иси Христа, прекрасная из меды воссиявшая, чистая, зряще, добрая и непорочная жена прекрасная, днесь во спасение все, со апостол радующийся того прославляй, на божественной страже богологоливый Аваком, достанет с нами и покажет святовластного ангела, ясно глаголющий днесь спасение мира, яко воскресе Господь Христос, яко всесилен. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос смерти, Святого Праве, Иисусе во гробе живота рода. Христос воскрес, Святого смерти, Святого Праве, Иисусе во гробе живота рода. Христос воскрес, Святого смерти, Святого Праве, Христа узрим, правды солнце,
Христос воскресе из мертвой смерти, из мертвого права, Иисус живой рабе живота раба. Христос воскресе из мертвой смерти, из мертвого права, Иисус живой рабе живота раба. Снишались и преисподни от земли, сокрушил и Сибири, и вешние содержащие связанные в кресте, и три дня меня как видаю. Знамение кресте, воскресите от гроба, ключи девы невредимы в рождестве Твое, и отверзли нам райские двери. Христос воскресе из мертвы, спаси мой живой и жизни жертвенное заколение, и якобы сам себе волею привет Отцу, за воскресил Иисуса родного Адама, воскрес от гроба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, возвятись от древних держимых смертью и внедрением воплотившимся от Твоего пречистого чрева, не длинней и пресносужной жизни, Богородица Дева, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Снизь преисподняя земли, вложисна Твоя чистая, шедлись, ленивайся и воплотивайся паче ума, и воздвижи собою Адама, воскрес от гроба. Господу Иисусу, единому воскресе.
Отце, и святое воскресение Твоего имя слави. Ты вырази Бога, разве Тебе иного не зная, имя Твое именуя, придите в Сибирь, поклонимся Святому Христову воскресению, всего прийти Христом радость Ему миру. Воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разруши. Воскресение Христова видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресение Твое во имя слава. Ты воеси Бог наш, разве Тебе иного не зная, имя Твое именуя, придите в себе мир, поклонимся Святому Христову воскресению, всего прийти Христом радость всему миру, света благословящий Господа, Твое воскресение Его. Смертью смерть разруши, воскресение Христово видишь, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресение Твое во имя слави. Ты воеси Бог наш, разве Тебе иного не Твое именуя, придите в себе мир, поклонимся Святому Христову воскресению, всего прийти Христом радость всему миру, всегда благословящий Господа, Твое воскресение Его распятие по претерпе, смертью смерть разруши. Иисуса гроба, яко же прорече, дайте нам живот вечный и верю в милость. Воскресе Иисуса гроба, яко же прорече, дайте нам живот вечный и верю. Спасительная ночь и светозарная, светоносная.
Господне восстание, сущий провозвестница, в ней же безгрешный святой скрома, плотски всего сия, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умет весен Твой смиренный порочная днес, всем смертным пребывающим живот во веки веков дарова, един благословенный Отце, всем царство и созданием был человек, вселися во Твою Бога благодатная утробу, и распятие претерпели смерть, воскресе Бога лет нас, совоставит нас, яско всесильне, отроки отыщи избавивы. Страшен я посмертен, и страстью смертное, не тлини облачи благолепие, един благословен Отце Бог и препрославлен. Христос воскресе, святой смерти, святоправе, сущим во гробе живота раба. Христос воскресе, святой смерти, святоправе, и сущим во гробе живота раба. Дарова. Христос воскресе из мертвой смерти, смерть поправ, Иисус, чем в гробе живот, дарова. Сильно реченный святый, един сумма царь и Господь, праздник и праздник, и торжество есть торжеств. Он же благословил Христа во веки. Награда рождения Божественного веселья, нарочитом дни воскресения, царствие Христово приобщимся, поющее Боя до Бога во веки. Христос воскресе из мертвой, возведи о присущей Твоей сионе, и все попридоша к Тебе, яко Бога светлое светило от запада и севера и моря, и востока чада Твоя, к Тебе благословящая Христа во веки. Пресвятая Троица Бога, мощь слава Тебе, Отче Вседержителю и Слово и Душе, соединяемое в ипостаси в естество, присущественное и божественное, в тя Христиком вся, и тя благословимо вся веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, приидите Тобою в мир Господнего Богородице, и чрево Адова росток, смертным нам воскресенье дарова, тем же благословим Его во веки, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Всю изложи в смерти держало Сыну Деву своим воскресеньем, якобы крепкий со вознесена с ее божи, тем же воспеваем Его во веки. Нареченный святитель, един Сухо Царь и Господь, праздника праздник, и торжество есть торжеств, Боже благослови Христа во веки. Христос воскресе, святый смерти, свет поправ, Иисус, чем во гробе живота раба. Христос воскресе, смерть и смерть, смерть во праве, сущим во гробе живота раба. Христос воскресе, смерть и смерть, смерть во праве, и сущим во гробе живота раба.
Христе, о мудрости, и славе Божией и сила, подавай нам и сие тебе причащайся, не вечерним дни царствия Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, согласно Дева тебе блаженверни, радуйся, двери Господня, радуйся, граде одушевленный, радуйся, ее же ради на ныне восия в свете себе рожденного, из мертвых воскресения, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Веселись и радуйся, божественная прелесть света, зашедый во Иисус во гроб сия, воздия солнце светлее, и верная вся зари, богорадостная владычица, светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу. Тебе восия векой ныне, и веселися в Сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстани Рождества Твоего. Христос воскресе, святой смертью свет побрал, Иисус человека беживота. Христос воскресе, смерти, смерть побрал, Иисусом во гробе живот даровал. Христос воскресе, смерти, смерть побрал, Иисусом во гробе живот даровал. Отче Боже, миром Господу помолимся. Всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, яко тебе хвалят все силы небесные, и тебе славу восславим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Друг друга обнимем,
Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущим ограбил живот рва. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущим ограбил живот рва. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущим ограбил живот рва. Благослови. Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим ограбил живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, ограбил живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим ограбил живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим ограбил живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущим ограбил живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущим ограбил живот дарова. Воскресе Бог и расточаться в рази. Господи, помилуй.
Кирилле, Господине нашему, Соборе, Священнейшем Митрополите Ларионе, Вебирамся Русской Дорожной Церкви, Честной Пресвитерстве, во Христе Диаконстве, всем Христе и Люде, Господу помолимся. Господи, помилуй. Устрани все и властях, и воинстве, всех вер и благочестим живущим в мире, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благохранимый стране наши России, всех православных людей, и я, Батя, в честь России, не сущего спасения, Господу помолимся. Господи, помилуй. Мы же не знали, все люди свои отрава, видимых и невидимых, в нас живут ряди, единомыслия, брата любви, благочестия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Ограде сердца, ограде стране, веры, живущими, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. Себе, Господи, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвалить Его. Молитвами Богородице спаси, спаси нас. Родите Богу хоть каждое дело Твое, во множестве силы Твоей я сожру Тебе вроде. Молитвами Богородице спаси, спаси нас. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышним. Молитвами Богородице спаси, спаси. Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитвами Богородице спаси, спаси нас. Спаси, Боги, миру Господу помолимся. Господи, помилуй. Сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, предобесловенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предади. Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно, и во веки веков. Боже, ущедренные благословенные, просветилица Твоеводны и помилуйны, спаси на Сине Боже, воскреси из мертвых поющие Сина. Спасение Твое, спаси для Сыне Божий, воскреси из этой поющей Отец.
Благочестивая, и услышит.
благочестивая, и услышит. Аминь. Yes.
же не подвижется. Первый раз русская дорожная церковь и все во Христе братья наши.
братолюбие и благочестие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, братья наши, священницы, священномонасики, всем во Христе, братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, милости, жизни, мире, здравии, спасения, посещения, прощения, старения грехов, Господина, блаженнейшего митрополита Ануфрия, еже даровать ему от Бога помощи. И умножить ему дни и лето живота его. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прошу, вечно молимся, блаженный преснопамятный святейший патриарх православный, благочестивый царе и благовенный царицах и создателей святого храма сего и всех прежде почивших, отцах и братьев, заряжавших и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прошу души телесного, имя сердца сокрушенного, имя цель преподанной, синящую, вопием чистили, болезни, врачу и страсти, души телес работы. Бодаши, протерей Георгия, протерей Леонида, игумен Гефсиманский, обитель Елизаветы, игумен Ильонский, обитель Моисея, протодиакон Николая, Галины, Галины, Марины, Марины, Елены, Татьяны, Марии, Ольги, Татьяны, Татьяны, Георгия, Нины, Ольги, Мирослава, и просиня благосердия, прегрешение, воли, неволи, скоро возведение от одра, болезни, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся, благоносящий, добродеющий, во святилище, честним храме всем, труждающийся, поющий, предстоящий в людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Многоболезненный вопль час твоих, земле украинской сущих, избави люди творят междоусобные брани, утоли кровопролитие, отврати належащие беды, лишенные крова веди в домы, алчущие напитай, плачущие утеши, разделенные совокупи, убиенные упокой, не остави стада свое, от сродних своих возлоблений сущих умалитеся. Но скорое примирение, яко щедр даруй, ожесточенных сердца умягчи, и к твоему познанию обрати, мир церкви твоей верным чадом не я подашь, да единым сердцем и единым устным прославим тебя, Господа и Спасителя нашего, во веки веков. Молитесь соглашение. Господи, верно оглашены, помолимся, да Господь помилует их, огласит их словом истины, открыт Евангелие правды, соединит и святей своей соборной апостольцы церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, твоей благодати. Оглашение главе наше, Господи, и преклонится. Господи, да иди с нами, славят пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно. И во веки веков.
оглашение зидите. Без оглашения зидите. Да никто наглашенный хилится верный погиб, аки миром Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, прости. Прости.
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Церкви Лавры, Священно-Архимандрита и Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточно-Великанского и Нью-Йоркского, первого иерарха Русские, зарубежные церкви, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Богохранимый православный народ наш, Батюшки и России сущи, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. И всех вас, православных, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Благопрасный Господь, Святой Богу, Духа, Троицкого.
Богатство Вседержимце идет, Творца неба и земли видим, уже всеми невидимым. Ибо единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, Свято от света Бога и сила от Бога истина, рожденный и сотворенный, едино слушаться им же собрышо. Нас ради человек и нашего Отца спасеннейшего, шагу с небес, и воплотившегося Духа Святой Марии, Девы Его человечества, распятого же зоны при Понтисе Пилате, и страдавшие погребенные, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите же во венету, не Боже царствие не будет конца, и Духа Святого Господа, животворящего и живот Отца и святящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемой, славим от оболошего пророки, воедино святую соборную, посвящую церкву, и исповедуем едино крещение по оставлению грехов, чаю воскресенье мертвых, и в жизни будущего века. Станем добре, станем со страхом Божиим, святую возношение в мире приносим. Милость не Божия, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Thank you.
Thank you.
великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Троицы Сергиевой Лавры, священно-архимандрита, и господина нашего, высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, первого иерарха русские зарубежные церкви, и гадаруй святых своим церквам в мире целых, честных, здравых, заблагодействующих, правоправящих слова, Твоя истины. И дожди нам единим и устыдением сердцем славите и воспевайте пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Со святым помянувшим о Боге, о Боге мирому слову молимся. Господи, святых и освященных, честных даров Господу помолимся. После нам божественная благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Да не всего совершенно, святомирно и безгрешно, у Господа просим, ангела мирного верного наставника, хранителя душ и царя наших, у Господа просим, прощения оставленных грехов и прегрешения наших, у Господа просим, добрых и полезных душам наших и мира. Твое, да приидет царствие Твое. Аминь.
Исцели язвы меня,
не первый божественный, по политерии веков моих, и сердце мое пламя в любви твоей церкви. Не для церкви мы сядем на престоле, сердце мое за царство мое, чтобы не смысл царства. В пятницу Светлой Седмицы мы празднуем обновление храма Пресвятой Владычицы нашей Богоматери, именуемой Живоносный Источник, а также воспоминаем о чрезвычайных чудесах, совершенных в нем Богоматерью. Храм сей сначала был построен царем Львом Великим, который называется также и Макеллом. Добрый и сострадательный человек, он, когда был еще в числе простых жителей страны, прежде нежели вступил на царский престол, однажды, находясь на этом месте и нашедший там слепого, который спотыкался, повел его за руку. И вот, когда они приближались к тому месту, слепой, томимый нестерпимой жаждой, просил льва освежить его водою. Он, вошедший в чащу леса, стал искать источник. А место это в то время было заросшее различными деревьями и густо покрыто цветущей зеленью. Но так как он не нашел там воды, то с печалью возвращался, как вдруг при возвращении слышит голос сверху говорящий: «Лев, не унывай, ибо вода близко». Лев пошел опять назад и стал искать. И когда опять без успеха трудился, то снова слышит тот же голос: «Царь Лев, войди внутрь, в эту чащу, и, зачерпнув горстью этой воды с тиной, утоли водой жажду слепого. И когда помажешь ему тиною очи, тогда ты узнаешь, кто я, живущий в этом месте с давнего времени». Он делает так, как указал ему голос, и слепой тут же прозрел. Когда же, по проречению Богоматери, лев воцарился, тогда над источником воздвигается щедрой рукой первый храм, там, где он виден и доселе. Обильно изливались там чудеса, но когда спустя несколько времени Юстиниан, величайший самодержец римский, страдая от водяной болезни, получил там исцеление, то из усердия к матери слова построил новый храм, который впоследствии, после разрушительного землетрясения, перестраивали Василий Македонянин и сын его Лев Мудрый. Царствование их источник совершал очень многие чудотворения. Так он исцелял гнойные нарывы, запор мочи, сухотки и различные виды рака, также кровоточение царевин и других женщин, и разного рода лихорадки, и всякие другие неизлечимые болезни и язвы. Разрешал также неплодство. Например, когда всего источника царицы Зои родился царь Константин Порфириоген и Генит. Источник воскресил даже и мертвого. Сей был из Вессалии, и, отправившись к нему, на пути умирает. Но, умирая, при последнем издыхании завещает корабельщикам принести его в храм источника и похоронить там, вылив на него 3 котла воды из источника. Так они и делают, но лишь только стали поливать его водою, мертвый восстает. Спустя много времени, когда этот великий храм был при землетрясении близок к падению, Богородица, явившись, поддерживала его дотоле, пока выбрался из него весь притекший народ. Испитая эта вода прогоняла разных демонов и избавляла темничных узников. У царя Льва Мудрого исцеляет каменную болезнь, а у жены его Феофаны останавливает сильнейшую горячку. Брата его, патриарха Стефана, избавляет от сухотки. А у Иоанна, патриарха Иерусалимского, врачует повредившийся орган слуха. Исцеляет злейшую горячку патриция Тарасия и матери его Меметрисы, а также и сына Стилианова. Некоторую женщину Схизину избавляет от кровавого поноса. Царь Роман из Лакапы водою врачует ослабление и запор чрева, тоже и у жены своей. В Халдее одним воззванием Богоматери исцеляет монаха Пепелина и его ученика, помогает монаху Матфею и Милетию, которые по доносу вызваны были к царю. А у патрициях и фариях и бесчисленных других кто мог бы и рассказать? Получает здесь через курение ладана исцеление в бедре Степан. И какой язык мог бы поведать, что только делала и доселе делает эта вода? Ибо всех тех чудес, обильнейших дождевых капель, звезды листьев, чудеса, которые в наши времена мы видим сами. Так она чудесно исцеляла необычайный позыв на пищу, рак,
Кастояды, смертельная бугорки и другое, карбанкулы и проказы, слухоту, врачевала опухоли женские и очень часто душевные страсти, приливы к глазам, бельмы и кристаллики. У Иоанна варяга водянку, у другого варяга исцелила злокачественная застарелая язва, у иеромонаха Марка рассыпавшуюся на кожу жгучую сыпь, либо оспу, либо корь. 15-летнюю одышку, и при том же и каменную болезнь монаха Макария, и очень многое другое, чего исцелить невозможно словом. Все это делала Богоматерь и делает, и никогда не перестает. Заступлением Твоей Матери, Христе Божий, помилуй нас. Аминь. Со страхом Божиим и верою приступите. Благословенны мы, Христос. Христос воскресе из мертвых. Святые, светло, брат Иисус, ущерба грабеж живота рабна. Христос воскресе. Воистину воскресе. Победу я катерись и по истину, Христос, Сам Богу живая, преследует мир грешный, а спасти, а от них же первый есть нас. Еще веру я посея самая истина, чистая вера Твоя, самая весть, честная кровь Твоя. Молюсь обо себе, помилуй меня, прости, не прегрешение мое, вольное, невольное, же слово, не же дело, не же видение, не видение. Исподоби меня неосужденно, причаститесь от нечистых Твоих таинств, оставления грехов и жизнь вечную. Вечери Твои я тайны вместе не буду, причастником я буду. Не по врагам Твоим тайным поверим в отдание Тебя на это юдо, но это разборник, исповедуй Тебя, помяни меня, Господи, во Царствии Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение, святых Твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела. Всегда.
Богу, и не Христа, и во веки веков. Проповедите о Боге.
посвятимся торжеству и друг друга примем центральцем и ненавидящим нас, просимся воскресенье и только возопим Христос воскресенье из мертвых, смертью смерть поправ и слушай благодетельство здорово. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе Боже наш, хлебе ангельский, хлебе жизни вечная, сошеды с небесе, напитавы нас во все светлые сия дни пищею духовную твоих божественных благодеяний, тридневного ради и спасительного воскресения. Призри и ныне смиренно молим тебя на мольбы и благодарение наше, и якоже благословил еси пять хлебов в пустыне, и ныне благослови хлеб сей, якода все вкушающие от него телесного и душевного благословения и здравия сподобятся благодати и щедротами твоего человеколюбия. Ты бо еси освящение наше, и тебе славу воссылаем с обезначальным твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе, смерть и смерть, Христос воскресе, смерть и смерть, Христос воскресе, смерть и смерть, преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца, и живосвятых отец наших Иова, патриарха Московского и всея Руси, и Иоанна, архиепископа царя Града Златоустого, святых и праведных Бога, Отец, Якима, Явны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Святой смертью смерть поправ! Иисус же погребе живот дорог! Христос воскресе! Святой смертью смерть поправ! Светлую неделю, а светлая неделя – это сплошное ликование церкви по
воскресшем в своем главе Христе. Спаси, Господь, дорогих отцов и певчих, и всех вас за сегодняшнюю общую церковную молитву, которую мы вознесли сегодня радостно, продолжая это празднование. В сегодняшний день Святая Церковь отмечает память святейшего патриарха Московского и всея Руси Иова, первого всероссийского патриарха, о котором историки пишут, что он наизусть знал и Псалтырь, и Новый Завет, и даже коленопреклоненные молитвы, которые он читал без книги в день Святой Троицы. И в этот день, 36 лет тому назад, родился наш дорогой отец Евгений. У нас не принято с амбона поздравлять с днем рождения. Мы обычно это делаем только тогда, когда человек отмечает круглую дату или юбилей какой-нибудь. Но в сегодняшний день ради светлого праздника и, так сказать, по зову сердца я хотел поздравить нашего дорогого отца Евгения с днем рождения. Интересно отметить, что со времени нашего знакомства я понял, что ты очень добросердечный человек, что он очень благоговейно служит и серьезно относится к тому служению, которое на него возложено. Но я также почувствовал в нем любовь к истории и современной жизни церковной Москвы. Наверное, из-за этого Господь и дал ему вот это благословение родиться в день первого патриарха Московского и всея Руси. А это его любовь к церковной жизни Москвы. Об этой любви, вернее, свидетельствуют имена его детей, которые все были названы в честь московских святых. И вот поэтому я, готовясь к сегодняшнему дню, решил, что надо было бы все-таки преподнести сегодня отцу Евгению книгу, фотоальбом всех православных церквей и часовен Москвы. Это очень ценное издание, художественно оформленное. И я это сегодня даю отцу Евгению с просьбой возносить молитвы о моем недостоинстве, о своем собрате, о Христовом Боге, отце Павле, и обо всех нас, о том, чтобы мы укреплялись духом, и чтобы Господь посвящал нас своей благодатью. Так что, пожалуйста, очень сильно прошу тебя принять этот скромный дар. И всех вас, дорогие мои, поздравляю с дорогими новорожденными, которым мы сейчас попоем много рождения. Здравия же и спасения, и во всем благое поспешение. Подашь, Господи, рабу Твоему, Пречесовому протодиакону Евгению. И сохрани его.
небольшой дом, наш собственный белый дом. Для того, чтобы отметить сегодняшний день, сегодняшний
воскресе!